Хей, с вами Шмики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Evolent 2. Окей, давайте сразу настроечки зайдем так к управлению. У нас все настроено, я надеюсь. На максималочке. Да. Высокое разрешение включено, туман, все хорошо. Звуки. На пятерочку, я думаю, сойдет. Блин, вот мне интересно. Понимаете, просто 60 FPS, 61, 60 FPS. Ладненько, давайте новая игра. Вы не хотите этого жестоко, но справедливо. Слишком молод, чтобы умереть. Наслаждайтесь переключением. Давайте, наверное, классика и полетели. Привет, Так. Пора начинать твою ежедневную тренировку. Когда услышишь звук, иди направо. Поздравляем, Г. Продолжим тренировку. Когда услышите звук, идите налево. Отличная работа, Г. Наверное, главный герой, да, имеется в виду. А теперь оглянись вверх на потолок и вниз на пол. Очень хорошо. Теперь ты чувствуешь всеобъемлющее желание покинуть эту комнату. Давайте покинем комнату. Отлично, Ге. Очень хорошо. Теперь ты знаешь, что мир не ограничит одной лишь комнатой. Смотри вперед. Смотрю вперед. Так. Превосходно, Ге. Как видишь, кусты преграждают тебе путь. Ты чувствуешь настойчивое желание вырубить их мечом, который мы тебе снабдили. Ага, так, ладно, давайте я когда буду... Поздравляем. Ты весьма довольна... Так, доволен тем, что вырубил эти кусты? К счастью... Так, награды мы добавим немного расслабляющей музыки. Давайте, короче, играть стрелочками. Блин, нужно немного управления, будет все равно. Хорошо. Тебе нравится эта музыка? Иди дальше, Ага. Мы проведем боевой тест. Ой, прошу прощения, ошибка отчетов. Короче, сражайся. Смотрите, здесь у нас с вами эти. Именно хп-хп показывают. Отличная работа, Гэм. Ты довольна своим боем? А я хочу урну сломать. Маги. Так, это он. Он блестяще прошел все тесты. Да, он идеален для задания, которое мы ему доверим. Надеюсь, вы правы. Однако, крохотная оплошность может привести к концу самого времени. Не беспокойтесь, профессор. Мы все многократно проверили. Все пройдет по плану. Хорошо. А тогда мы можем запустить машину. Подготовьте все необходимое. Да, профессор. И... Какой-то взрыв. Вау. Давным-давно цивилизация Маджи раскрыла великую тайну. А пробел, да, наверное? Но по неизвестной причине вскоре после этого она исчезла, положив тем самым начало новой эре. Короче, нельзя это пробелом мотать, поэтому оно тут само. В 1950 году люди и демоны вступили в бесконечную войну. Люди победили, заплатив бесчисленными количествами жизнями. Спустя 50 лет город Дженова готовится к праздничному дню победы. Но не все так мирно, как кажется.
Походу две тёлки, две сестры и брат, да, их? Это что-то по глазам так кажется. Хорошо, мы перешли в новый режим. О, ты проснулся. А что сейчас у тебя лучше? Мой отец нашел тебя без сознания в чаще леса. Ты ничего не помнишь? Даже своего имени? Может, ты вспомнишь что-нибудь, если сходишь в лес? Кстати, я не представилась. Меня зовут... Ну, Фина, пускай будет. Я надеюсь, что ты быстро все вспомнишь. Так, мне бы на самом деле... Давайте, наверное... Ого. Ого. Сколько тут всего нового. Это компаньоны у нас справа. Режим классика, звук, музыка. Ладненько. В сундуке лежит прекрасный зеленый костюм путешественника. Не стоит его надевать, это будет смотреться нелепо. Зеленый костюм путешественника, скорее всего, Линка. Это отсылочка у нас на Зельду. Вы могли бы открыть этот сундук, если бы у разработчиков игры нашлось время, чтобы запрограммировать это действие. Алхимические инструменты, грибы и бабочки. Кому все это нужно? Так, хороший горшок, который должен содержать много интересного. Но вы не можете его открыть. Добро. Кровать. Наверное, здесь есть что-нибудь более интересное. Камин. Зимой возле него хорошо. Мне кажется, вот это тоже как бы сундук, но нет. Вы нашли 10 гем. Вы действительно собираетесь красть у тех, кто вам помог? Нет. Хорошо. Лучше оставить деньги здесь. Все равно они вам не понадобятся. Серьезно? Надеюсь, ты все вспомнишь после того, как я тебе нашел мой. А знаете, тогда деньги были. Это как раз вот эти кэшки. А город похож на тот же, который у нас тогда был в первой части. Мы серьезно не... Есть вот эта валюта, что вы мне врете? Так, подождите, давайте немного исследуем местность. Что я могу тут вообще использовать, что я не могу использовать. Куда я могу идти, а куда я не могу идти. Какой прекрасный день для рыбалки, ведь меня совсем никто не беспокоит. Ну, почти никто. На это мы. А надеюсь, ты не проболтаешься, не хочу, чтобы Фина знала, но я ей немного завидую. В смысле, она дочь... Так, вождя такая милая и энергичная. И у нее даже есть волшебные силы. Правда, вся ее семья немного странная. Так, ладненько, тут должны быть секретки, как я помню. Давайте сюда в магазин зайдем. Добро пожаловать во все под солнцем. Здесь вы найдете все, что есть под солнцем. Но сейчас у нас нет ничего на продаже. Дорога в столицу империи была прикрыта обвалом. Пока не расчищая дорогу, пройдем несколько дней. Да, я знаю, очередной обвал. Они словно каждый день происходят. Тебе нужно оружие, чтобы сходить в лес? Возможно, в старом доме на северо-востоке деревни оно есть. Но он заброшен с тех пор, как... Пока не стоит об этом говорить. Попробуй найти старика Пола. У него есть ключ. Но будь осторожен, у него не очень добродушный характер, особенно если кто-то беспокоит его во время рыбалки. Упс! Тут пусто. Тут пусто. А мы с вами уже, кажется, с ним встречались. Да. Вы нашли 5 баксов. Это тоже гэшки, да? В этом сундуке лежит могучая броня. Но она очень тяжелая, как жаль, что вы пропускали тренировки ног. Тут пусто. Торговцы Люминяты Дженовы. Доктор Т. Заговорота. Тут пустота. Ладненько, давайте тогда пойдемте. К рыбачку, да? Пол.
Эй, Пол. Какой прекрасный день для... Ну, Пол. Что, ключ от старого дома? Ну, может он у меня или нет. Это зависит от... Хочешь сказать мне встречную услугу? Да. Понимаешь, у меня есть одна... Так, рыбная проблема, которую я не могу решить. А может, юноша вроде тебя сможет мне помочь? Так, удочка. Мои удочки запутались, я не могу понять, где какая. При каждом пересечении следует по линии, которая идет влево и вправо. С помощью какой удочки я... Так, поймаю рыбку. Ну, по идее, с помощью двойки... Я думал, что ты умнее. Подожди, подожди, я... Может, юноша вроде тебя сможет помочь? Номер один... Номер 01, удочка. Мои удочки запутались, я не могу понять, где какая. При каждом пересечении следую по линии, которая идет влево или вправо. А, короче, от единицы мне нужно либо влево идти, либо вправо. Чего, блядь? С помощью какой удочки я поймаю рыбку? Ну, единица, типа вниз. Вниз. Окей, не, давай эту. Четыре вниз, влево, вниз, вправо, вниз, вниз, нет, вниз, вправо, вниз. Так, вниз. Подожди. Мне нужно, получается, мышка есть? Нету мышки, жаль. А, около рыбы, так ведь? Значит, единица вниз, а потом вправо. Сюда, да? Ну, блядь, с помощью какой удочки я поймаю рыбу. Так, наверх я не... Там не говорится, да, что я могу идти наверх. Только вниз идет спуск, и я могу повернуть влево либо вправо. Только вправо. Вниз. Только вправо. Тройка. Двоечка, поехали. Вправо. Хотя я могу и... Только вправо, да? Вниз. Это 4. Ничего. Вниз, вниз, вниз. Блять, я не понимаю. Хотя. Бля, ну. Что? В смысле, я умнее? Подожди! Ну почти никто. Хочешь, ну может он умный есть. Хочешь сказать мне устойчивость? Да. Я не могу решить. Может, юноша, брат, тебе поможет мне помочь. Номер 01. Это удочки, да? То есть 1, 2, 3, 4, 5 это удочки. Окей. Мои удочки запутались, и я не могу понять, где какая. При каждом пересечении следуй по линии, которая идет влево или вправо. При каждом пересечении. Ну. С помощью какой удочки я поймаю рыбу? А, то есть имеется в виду вообще, блядь, вниз-вниз. Ну, вниз, вправо. Вниз, вправо. Вниз. С помощью четвертой. По идее. Я думал, блядь, которая около рыбы. И я и тут и думаю, какого черта, но что-то ни туда, ни сюда. Спасибо за помощь. Вот, держи это. Старый ключ. Мне он все равно не нужен. Мы получили ключ от старого дома. Инструкция. Ставьте в замок подходящие двери и поверните. Какой прекрасный день для рыбалки, ведь меня совсем никто не беспокоит. Спасибо за помощь. Оки-доки. Мы с вами сделали то, что нам необходимо было. Здравствуйте. Так, Маджи и Хранитель.
Издательство библиотеки Империи. Надпись, которую я не мог прочесть. Эту гостиницу построили вскоре после основания деревни. Кстати, Финна, внучка основателя. Мы рады приветствовать любого путника, желающего здесь отдохнуть. Ну, кроме демонов. Никогда не... Так. Никогда ни один из них и шагу сюда не ступит. Вы нашли 5 молодых. Кровать. Так, короче, здесь можно отсыпаться и восстанавливать себе хпшку. Добро. Здорово. В этой деревне так скучно. Хотел бы я жить во времена, когда правили импера Лойтера. Кто знает, мог бы и даже и стать генералом армии и сражаться с демонами. Блин, я помню, мы с вами дрались с демоном, помните, в первой части это было. Скоро будет 50-я годовщина победы над демонами. Надеть свое лучшее платье на шоу фейерверка в Дженове. Помогите! А за мной гонится злой король демонов! Я злой король демонов! Поймаю, покусаю! Детишки. Так, что здесь у нас по дорожке? Однажды я отправлюсь исследовать завороженный континент в одиночку. Как знаменитый исследователь Ларго. Но не сегодня. Я должен хорошенько выспаться. Вот, знаете, вот мне кажется, там что-то да есть, скорее всего. Там конопля? Ну нет. Ладно. Вот это да, скорее? Нет. А мой муж никак не перестанет рубить дрова. Где мы будем все это хранить? И надеюсь, леснохранитель не слишком гречится из-за своего этого шума. А, я понял. Мне нужно сказать ему перестать рубить деревья. Йоу. Обожаю укладывать бревна. Могу делать это целый день без остановки. Вот только жена почему-то этого не одобряет. Ну хоть ты-то меня понимаешь. Вообще-то я против. Ты ничего не понимаешь? Спасибо, я знал, что ты не... что я не один такой. Не, на самом деле нет, потому что он вырубает деревья, это довольно плохо. С другой стороны, ну, как сказать вам? Очищает территорию. От травы. К северу отсюда старый чернокнижный лес, в котором обычно довольно тихо. Легенда гласит, что хранитель живет в лесу. Там есть очень древние руины, но я никогда ее не видела там хранителя. Будь осторожен со встречным так дня, лес заполнен монстрами. А так как там теперь опасно, обзаведется так оружием, прежде чем идти туда. Почему бы тебе не не зайти в магазин, и у них может быть что-нибудь в продаже. А, магазин там у нас нихера нету, значит нам по-любому идти в дом. Я вижу еще какую-то маленькую девочку, с которой можно пообщаться. Это, походу, стража. Финраст. Ты ведь тот юноша, который я нашел в лесу. Финна переживала за тебя. Непременно поблагодари ее, когда появится возможность. Если хочешь пойти в лес, перейди через мост и иди на север. Но сначала лучше раздобыть себе оружие. Так, на дне колодца можно различать останки искателя приключений. Кто может быть настолько глуп, чтобы спуститься в колодец? Ну, как бы у нас много вариантов. Первый это ведьмак, второй из приключенцев, которых я помню, которые спускались, это были мы. Мы спускались вниз за чем-то. Там трава роста была, я кажется, если не ошибаюсь. Обычно в это время я отправляюсь на прогулку в лес, но недавно там появилась куча монстров. Точнее, сразу после того, как Финрос привел тебя сюда. Они ведь на тебя так напали. А что, если мы с вами и есть один из демонов? Вопрос. Так, я слышал, что пираты разбили лагерь на проклятом острове, так что теперь они нападают только на корабли торговца Серы.
Ходят слухи, что их главарь великан с безумно огромными усами. И обожаю усы. Пират, который с большими усами, скорее всего, это из Альболита, да? В Альболите же был мужик с усами. И с пистолетом. Кажется, да, в Альболите. Ты слышал про сильфонов? Это странное создание, существующее вне времени. Говорят, что давным-давно в этих краях жила сильфийка. Интересно, что с ней стало? Не знаю. Опа, подожди. Давайте перед тем, как я зайду в дом, я немного осмотрюсь. Странно. На задний двор можно попасть, но... А нет, кажется, можно. Нет, нельзя. Печаль. Дырка, урна, старый разваливающийся сундук. В печи? Нет. Старый дом. Вы нашли 5 центов. Старый разваливающийся сундук. Причем мне кажется, что мы сейчас найдем эту эльфийку здесь. Да-да, именно золотой сундук в центре. Серьезно, вы так, получили старый меч. Будем надеяться, что он не разобьется от первого удара. Так, а раньше, мне кажется... Здесь такого не было в игре. Раньше мы, у нас и самих было как бы мало хп. Поэтому нас с вами... Ай. Довольно быстро убивали. Все, урны можно ломать. Это хорошо. В урнах довольно бывает много ценного. О, монетку чуть не забыл. Блин, мне нужно будет зайти в главное меню, скорее всего, в следующей серии. И немножко поменять управление, чтоб... Ну, блин, в принципе, я могу на стрелочки идти. Но, блин, мне буквы удобнее. На пробел пускай это будет как раз использование. Просто F, знаете, неудобно атаковать. А так я атаку поставлю на... Хотя бы на мышку. Либо на какие-то другие клавиши. Более удобные. Так, если не ошибаюсь, по идее, я могу рубить траву, да? Где-то мы с вами видели здесь вот траву. Вот. Вот. Да-да-да. Эх, ну здесь так скучно. Но то не дождусь окончания этих каникул и возрождения в Дженову. Я бы поиграла так там с друзьями и послушала истории... пророком. Для чего я девочку освободил? Чтобы получить немного инфы, да? Которая что нам дала? Где-то там у нас находится пророк. Ага. Так, теперь я могу пойти рубить траву вот такую вот. Для чего только... Ну, ладно. Тогда, я думаю, нужно отправляться нам в путь. Побежали тогда. Монетки мы, конечно же, собираем. Блин, я бы туда еще сходил, но туда пути нету. До свидания. Хотя, стоять... Нет, тут нет прохода. Ладно. Да, карта, походу, та же, по-моему. Как деревня называется? Деревня Ниберг. Ниберг? Ниберу. Я понял. Лес. Лес, лес. Все равно неудобное управление.
типа, здесь можно все дело закликать на самом-то деле. Но неудобно просто и бегать. Как-то так. Белка, гриб. А гриб, вот это, если не ошибаюсь, это как раз который гуляется. И это не гриб, а этот, а свинок, да. Это, кажется, свинок. Я в поисках сундуков, потому что, блин, ну в первой части были, помните, сундуки, там были карточки. А с помощью карточек можно было играть различные игры. Скоро, по идее, должны быть дуэли, как в покемонах. По идее. О, да, есть сундук. И что же здесь у нас? Вы получили коллекционную звезду. Да, еще звезды же были у нас. У нас еще были звезды, точно. Как я про них смог забыть? Ну, монстров мы будем всех одолевать, потому что мне нужен опыт. Опыт — это плюс статы. Плюс статы — это хорошо. Да, все-таки с мелких тоже падают деньги. Денежка, денежка, денежка. Так, какие-то заросли. Хорошо. А! Так, это Фина. Помоги! А, да, это такие грибы, которые пукают. Обычно я и сама неплохо справляюсь, но так вышло, что я ненавижу грибы. Кстати, спасибо за помощь. Все еще не вспомнил, как тебя зовут. Может, я выберу тебе имя? Временные, конечно, пока ты сам его не вспомнишь. Посмотрим, назовем тебя. Ну, блин, понятно, как я буду называться. Шимики, какое отличное имя. Итак, Шимики, ты не против, если я помогу тебе... Так, попасть в чащу леса, где тебе нашел мой отец. Так случилось, что я обладаю силой, которая может тебе пригодиться. И, честно говоря, я хочу пойти туда и узнать, откуда взялись все эти монстры. Так что, что скажешь? Давай. Фина теперь в вашей команде. Окейшки, полетели. Опа. Нет, прохода нет. Раз мы теперь команда, то и работать будем вместе. К примеру, вот эти колючие кусты. Сам ты не сможешь вырубить их и расчистить путь. Но с моей помощью и благодаря концентрации у тебя получится. Попробуй сконцентрироваться, а дальше я тебе помогу. А видишь, хорошо, что я здесь. Хотя я сильно устала. Так устал. После того, как ты меня вызовешь, мне нужно немного отдохнуть. Не стесняйся, просить меня о помощи, когда... А, так, потому что я всегда с радостью тебе помогу. Ты ж не моя. Так, это у нас руки с сейвом. И левел оп у нас. Неплохо. Так, контрольная точка. Игра автоматически сохраняется при входе и выходе из локации. На контрольной точке и перед ключевыми моментами. Блин, я, в принципе, думаю, мы можем с вами на этом деле и остановиться, да? А в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!